клуб дилетантов – это интуитивно-интеллектуальная викторина. По правилам клуба участникам задается вопрос, ответом на который всегда является число. Если участник ближе всех к правильному ответу, он получает 1 балл. Если дальше всех – наказание. Ой, привет, мой свет! Привет, привет! В который раз убеждаюсь, что нужно готовить шутки и какие-то речи на начало. Но нет, извините. Это клуб дилетантов. Добро пожаловать! Не мой зал сегодня. Вот ты своим кулачком пытался завести, Коль. Смотрите, вот это колесо, вот это ведущий, вот это студия, а вот это наши сегодняшние участники. Стендапер. Так. Актер. Так. Сценарист. Тиктокер. Тиктокер. В какой только сфере он не старался сделать хоть что-то. Коля Зырянов. У нас сегодня все будет чики-пики, потому что с нами трики-ники. Ребята, если вы смотрели бэкстейдж последних подкатов у нас в Инстаграме, это было под трек «Трики-ники». Кто слышал «Трики-трики»? Теперь вы все услышите по ссылке в описании. Послушайте хоть человека. Классные треки делает человечек. Дякую, дякую, хлопцы. Это Сладюська, это Ярмак, и он к нам пришел. Знай, твой стилек, под власти лег. 6 лет русский рэп царя стерег. Я этим делом болен, да коли море валит с подполья. Крок за кроком, трек за треком, клип за клипом. Давайте ему пошли. Бля, я помню, как я ходил и напевал «Пида Россия», помните? Еще до... Ладно. До того, как это стало мейнстримом! Сейчас спокойно. Это не Шансунг, это Лузан. Давайте пошумим для Лузана. Ой, блин! Ёпарись ты! А так, Валик, your soul is mine, не? Нет. Лузан, обычный Лузан. Спасибо, что нашли время в своем плотном графике. Спасибо, что доехал. Я знаю, что 19 часов назад у тебя на канале вышел тизер вашего совместного трека. Даже клипа. Да, там вырезки из клипа. Ну, по кадрам дороговато. Нормально. Ребят, уровень. Основной вопрос. Что вы хотите сказать своим фанатам этим клипом? Ну и как дела? О чем, да, кстати. Как настроение? Пресс-релиз клип. Да, хотим просто повысить как бы планку клипмейкерства в Украине, потому что, ну, мы не выебываемся, но реально такого масштаба... Реально так и есть. Но такого масштаба в Украине пока не делали, и мы... Заебались мы, пока не купили себе 12 айфоны. Я прошу прощения, вы же снимали на Южном мосту, да, какой-то кадр? На Дарницком. На Дарницком мосту. Мы перекрывали. Вы перекрывали его? Ребят, кто не смог тогда доехать? Это было 3 часа ночи. Ну, вдруг кто ехал домой. Ну, короче, клип вы обещаете, что будет крутой? Да. Да. Алан Бадоев звонил и говорит, такого пизда вообще не рвет. Нам похуй на Бадоева. Ладно, как вас зацепили? Эльдар Рязанов звонил и говорил, это невероятно. Ребята, ну, не знаю, как вы будете относиться к сегодняшним наказаниям, но, может быть, вы с Аланом сегодня будете ближе. Итак, смотрите, у нас есть колесо наказаний, на котором мы придумали всякие прикольные челленджи для вас. Задача клуба дилетантов у вас достаточно таки простая. Вам нужно написать ответ на каждый мой вопрос, который я буду задавать. Это будет, скорее всего, число. Чем ближе вы будете, тем больше у вас шансов заработать 1 балл. Кто будет дальше всех от правильного ответа, тот выполняет 1 наказание. Все очень просто. Вы... Вопрос да, у Николая. Да, Николай. Хотел бы отметить, это редко такое случается, что тут по этой стороне 2 Николая сидит. Рикиники, это хорошо. А человечка-то зовут великим именем. Николай? Это уже, извините, девчонки, садитесь между, уже желание загадать можно. Да и в целом, 2 Николая, где такое бывало? 2 Николая. Что еще вам сказать? Просто интересный факт такой отметил. Классный же факт? Да. Нашел аудиторию свою. Вот, да. Хорош. У нас тоже коллаборация скоро. Йоу! А как вот, трики-ники, как бы ты, ну, рэп, какой у тебя был бы рэп-псевдоним? Коля... Кока-Коля. Кока-Коля. Трики-ники, Кока-Коля. С треком «Поезда» для Укрзалезницы. Поезда, пошли нахуй, города, сюда. А у тебя какой? Лузан. Я тогда Михиен. Ко-ко-ко-ко-ко-ко. Ивай, как же... А если бы ты был рэпером?
А какой у тебя самый, вот ты помнишь первый свой никнейм? Ник, это жесть была. Что это было? Чтобы вы понимали, я долго креативил. И думаю, как же назвать себя? И нашел древнюю реку Борисполя. Она называлась Альта. Я был Альта МС. Альта МС. А ты с Борисполя, правильно? Да. Сколько тебе тогда было? 18 лет. Я думал, 6-8. 18. Ну, Альта. Коля, так для МС это еще не худшее название. Это не худшее, это для Альта. Там, я, когда МС был в клубе, я был МС Гон. Ну, что это? МС Гон. Типа, я гоню людей, беса. Так что Альта это контр-Альта Делиз. Слушай, ну очень даже неплохо. Ты был бы какой? А я не помню даже, кстати. Речку из КНДР не помнишь? Не помню, да. Речку, через которую вы перебегали. Да, вот это. Все, в тумане, выстрелы помню, и речку не помню. Пограничная река МС. Ну что, молодежь, если вы готовы, если вы разогрелись. Первому раунду. Первому раунду. Наказание первого раунда называется... Маньяк. Нормально начали. Человек, который будет дальше всех от правильного ответа, человек, который будет выполнять это наказание, будет вынужден сидеть, глядя в камеру, спокойно. А в это время маньяк будет на ухо шептать заранее подготовленный текст. Просто задача выдержать это, принять все его слова. Но, может, вы сейчас спокойно реагируете? Вы маньяка не видели. Он прям маньяк-маньяк? Маньяк-маньяк. Только соседки. Насколько он маньяк, мы узнаем, когда он будет шептать на ушко. Короче, просто факт того, что тебе очень близко будет шептать мужчина на ухо что-то, уже немного... Он лысый? Он лысый. Какой неправильный ответ? Он бородатый? Скорее всего, бородатый. Ребята, категория вопросов. Блять, Коля кто-то лысый уже шептал, он такой, а он лысый? А это, конечно, наши площадки во дворе. Да, баскетбол просто играл. Ребят, категории вопросов. Какие есть варианты? Мы выбираем, да? Да, сегодня так. Вот это ведущий. Ведущий, ёппер, блядь. Итак, категория семья, пути и сообщения, рэповое направление. Реально там есть такое, да? Загибающиеся телепроекты. Коля, для тебя. Пососаться. О! Чичин! Концерты, вкуснятина и ох уж этот азартный спорт. Мне хочется немножко рэпа. Давай ты первый выбирай. Давай рэповое направление. А пути и сообщения? Пути и сообщения, но это ты выберешь, когда будет. Хорошо, Рэповое направление. Как интересно. И сразу про гостя. Уважаемого человечка, у Ермака есть клип «Сердце пацана» в Ютубе. Вы знаете, сколько у него просмотров? Очень много должно быть. Мне когда-то говорили, что очень много. Но это говорили в 2015-м. Ты знаешь, сколько у тебя просмотров? Мне Андрюха сегодня сказал. Я на самом деле последнюю цифру 127 помню. Ага. Вот, Андрюха сегодня... А там уже 127 просмотров и уже в шоке. 127 миллионов, да, помню. Да. А прямо сейчас на этом видео 138 миллионов просмотров. Еба! Да. Я когда... Я пару месяцев назад 130 мы типа смотрели. А, то есть ты даже... А мы... Это еще учитывая, что этот клип выкладывали ВКонтакте. Офигенно, кстати, была жизнь тогда. И он еще ВКонтакте, это же не считается, с ВКонтакте это отдельно. То есть он еще ВКонтакте. И плюс был перезалив, по-моему. Да, перезалив был. И на самом деле вот это ссылка, которая сейчас, на ней было всего 100 тысяч просмотров, а там было 10 миллионов. А вы вообще знаете, в начале люди, которые вложили по доллару в клип Ермака, сейчас подняли просто пиздец. Ребят, вкладывайтесь в Яркоин. Вопрос будет очень простой. Просмотры мы знаем, но сколько комментариев под этим клипом? Это все бангладешские боты? Или это реальные люди, которые переживают за пацана и за девчонку? 138 лямов. Сколько? Вопрос. Сколько комментариев? А прикинь, там будет просто типа 1000 комментариев. Просто такой накрут вообще неоправданный. Не, ну смотри, обычно в среднем процент комментариев на 100 тысяч где-то там 2%, понял? 3%. 2-3%. У вас больше. У нас до 10. А ты знаешь ответ? Не, не знаю, но я могу. Я очень слежу за YouTube, как бы, статистикой. Направлением. За ютубовым направлением. Ну, я ж с рэпового направления. Должен следить за YouTube направлением. Вот я представляю, он вышел 8 лет назад, то есть мне там 16 лет, и я бы такой,
Да, сука, сердце пацана, его не обманешь, я бы точно написал. Смотри, комментарии, которые, ну, вот сейчас они в топе. Ну, вот, чтоб ты понимал. Там собрались волки у тебя. У тебя там волки. Ну, которые... Ауф. Ну, да, да, вот такие парни, которые душа, брат, мать. Отец. Ну, в целом, семью любят. Отец, сын, святой дух. Спаси, сохрани. Итак, комментарии. Да? Ну, чтобы понимали, да. Направление комментариев. Что за люди? Эх. Я до сих пор помню, как я ходил с кнопочным телефоном и слушал эту песню. Были времена, которые уже не вернуть. Это Ярмак? Да. Это времена. Ярмак 092. Следующий комментарий. Пацаны, любите своих любимых и своих друзей. И своих друзей. Я потерял оба. Ребят, нет. Следующий комментарий. Нужно всегда улыбаться. Кому-то искренне, а кому-то назло. И финальный мой любимый, ну чисто мой топ. Bro, I'm not Russian, but this sounds fucking good. Это был я. Хорош. Итак, сколько, как вы думаете, и какие они? Перечислите все. Блин, ну смотрите, объективно, на 130 лямах, ну, должно быть около ляма комментариев. Да нет, меньше. Я думаю, много это. Там много? Очень сложно, потому что раньше люди менее активно писали комментарии, и мы не можем отследить, что было там в 14-15. Да, там в основном кто в феврале 2020-го, кто в январе 2021-го, вот это вот. Вот, то есть... Кутилы, комментарные кутилы. Которые ходят по старым видосам. А кто здесь после Дудя, вот этого, знаешь? Нахер вы это пишете? Хватит, блядь, писать вот это вот. Кто был в первом миллионе просматривающих лайк? Нахера это? Зачем? Любишь маму лайк? Любишь маму лайк? Это я написал, всем понравилось, много лайков собрал. Кстати, пиши честно, но пиши. Байтеры, бай-бай, блин. Бай-байтеры. Так, ну смотрите, давайте подумаем. Ну, я... Так не хочется думать, мое кредо по жизни. Пиши, как чувствуешь, делай, как чувствуешь, чувствую. Тебе в рэп направление. Да? Да. Именно рэп. Пиши, как чувствуешь, делай, как чувствуешь, чувствую. Ешь? Я думал, так, ну что, давайте ешь. Напишем. Я сейчас думал, какая-то у меня рифма продолжится, вообще тяжело. Попробуем, да. Давайте. Не, подожди, у нас на миллионе просмотров, сколько лайков? Подскажи. Лайков? Нет, лайков. Комментариев. Комментариев. Сколько вот у нас на миллионе, сколько комментариев? Бля, я не помню. Ну, 1000, 5, 10. Ну, вот в районе 10-15 должно на быть на миллионе. На 130? А, так это на миллионе, а это 130. Умножь на 130, еба. Ну, я же говорю, сложно посчитать, потому что раньше не так люди комментировали, потому я вот сижу и... А раньше еще у людей был... На 10 не умножишь. 8 лет назад еще у людей был интернет ОГО, который, блядь, отключался, когда ты комментарии пишешь. Помните? Не знаю, ну 100 ты... Хорошо, подсказка. Лайков 1 300 000. Ага. Вот это лайков. Так, ну я примерно... Короче, делай, как чувствуешь, брат. Число назови, брат. Спасибо, брат. Вот так Коля узнал, что брат не пришел на съемку. Не дай, что у меня брата нет. Я узнал, что у меня просто его нет. Если все готовы, на счет 3 переворачивайте свои ответы. 1, 2, 3. Итак, Коля, 80 тысяч. Трики, Ники, 50 тысяч. 100 тысяч. Самокритично. 150 тысяч 33. На что ты рассчитывал? Забыл, про, как ноль пишется. Он у тебя открылся или что? Просто вдруг. Вдруг это что-то решит, понял? Это решит то, что ты, Андрюшенька. Ой, сейчас узнаем, кстати. Внимание, правильный ответ. Барабанная дробь! Да. Это, по-моему, не барабанная дробь, а к белке пишет. Извините. На клипе «Я большая, рма маленькие, ка большая». Сердце пацана. Оно не обманет. 49 тысяч комментариев. Я просто по своему клипу вычитал. Однако комментариев. Как четенько ответил человечек, а я еще и на 33 подвинулся дальше, да? Андрюха, готовься к маньяку. И я не думаю, что это будет хип-хоп маньяк. Итак, Коля получает 1 балл. Да, я получаю. Блять, на моем клипе. На твоем клипе так ошибся. Первый балл зарабатывает Коля Трикиники! Боже, дякую! Не подмазывайся. Куда ты лезешь? Одна команда. Коля Трикиники. Это все. Йоу! Ай!
Так, Коля 0, Коля 1, Саня 0, Луза 0. И что? Что, блядь, французский? Ноль. Je me salue à pupu. Вызывайте кракена. Вызываем маньяка. И в течение некоего времени, Андрей, не отрывай взгляда от своей камеры. И он тебе будет... Добро пожаловать. Скольких детишек оприходовали? Так, и получается, ты мне должен шептать. А он будет шептать какого-то направления сообщения? Вряд Рэпового, блядь. Вряд ли же он будет говорить, я пошел сегодня за горохом, блядь. Если можно, давайте полную тишину, чтобы вдруг мы услышим что-то. Андрей, ты больше не потей. Андрюха, просто кайфуй. На коленку присел. Ну что ж. Мои большие глаза. Там есть слово «твои коленки». А по твоему телу? Там колонки. Ты у меня в руках. Мои большие руки спускаются по твоему телу. И плавно двигаются к твоим соскам. О, да, вот они уже. Я начинаю двигаться ниже. Блять, как это странно. А язык уже у тебя на шее. Ну что, пару секунд, и я доберусь до заветной дырочки. Блять, брат, как ты на это согласился? Стоп, хватит! Маньяк культуры. Спасибо большое, дорогой маньяк. Возвращайся. У меня предстал. Удачи вам. Давайте поаплодируем. Похлопайте. Блять. Андрей, тебе, в твой лоб сейчас можно смотреть, как в зеркало. Фух, ой, такой сори. Блестящий. Очень, очень жарко было. Можно, можно краткий парекос? А, бля, там типа было что-то... Вот. Он шел по соскам. А, да, да, да. Вот, да. Там он шел... Я в ахуе. Это понял? А я как будто рядом лежу. Это в купе. Понял? К Андрею подлег мужчина, а ты рядом в купе. А ты просто на верхней полке такой, блядь. Мужики, не мешаю. В принципе, это же мог быть даже не маньяк, а проводница, которая подошла к вам в купе. Бля, да там было из разряда, я спускаюсь вниз язычком, и вот она дырочка. Ой, уроки вокала прям, ребята. Спасибо большое, мы продолжаем. Давайте поаплодируем нашим участникам. Наказание за этот раунд. Ой, второй раунд получается. Маньяк. Идем дальше. Крепкий орешек. Человек, который проиграет в этом раунде, поет песню Потапа наизусть. Позор. Человек, который проиграет в этом раунде, я, блядь, выиграю. Своим крепким орешком. Не, не тем орешком. Тем орешком не надо. Вот этим крепким орешком должен разбить 3 арбуза. Сука. Если кто-то хочет, орешек может быть не верхний, а нижний. Если, ну, тверка это. А вот этим, а вот это наших женщин, вот эти, которые... Рожавшие. А сесть можно просто на арбуз? Можно сесть и на арбуз, можно сесть просто, на что угодно. Но ты же его не разобьешь, если... Но задание разбить головой. А это можно, очень важно. Так. Вы стучали по арбузу, это мальчик или девочка? Потому что два мальчика, одна девочка. Я женщин не пизжу, что мне тогда делать? Хорошо, два мальчика, одна девочка, два разбиваешь, третий лижешь корешок. Хорошо, договорились. А я смогу, поверь мне. Там брекеты, дай боже. Господин Ермак. Да. Тебе так обращались? Господин Ермак. Это так в офисе президента же еще. А, там Ермак. У тебя есть категории. Семья, пути и сообщения, загибающиеся телепередачи, пососаться, концерты. Загибающаяся телепередача. О. Загибающаяся телепередача. Итак, знаете, что вы знаете про проект «Орел и Решка»? Я знаю, что там и присутствует монета. Послушайте, пожалуйста, эти известнейшие фамилии ведущих этого шоу. Софья Таюрская, Ян Топлес. Вообще, Ян Топлес известный. Мне нет. Это был знаменитый Таюрский период, да, получается? Таюрский парк. Надя Сысоева, Оля Антипова, Василиса Надю Хвостова. Надю Сысоеву не знаешь? Я это в душе не ебу, кто это такая. И поэтому, в связи с этим, вопрос. Сколько ведущих
было за всю историю во всех проектах «Орел и Решка»? Может, подкинем монетку и решим? Блин, ну давайте так, там в каждом сезоне новая пара ведущих. Сезон было 10 лет. 10 важный вопрос. Вот в этом году был у них спецпроект. Да. Там в каждом серии была новая пара ведущих. Это учитывая этот Я даже учел следующий проект, в котором только Мишель Андраде и какой-то тип. Вот он выйдет. Это же его имя, фамилия. Какой-то тип. Какой-то тип. Брат Лузана. Какой-то тип. Короче, смотрите. Ну, мы учитываем вот то, что сейчас последний ездили. Тоже, да. Давайте я скажу. 26 сезонов «Орла и Решки». Всего. Всего. 26 сезонов на 2. 52. Блядь, надо было серьезнее вопросы готовить. Не, это в этом сезоне еще плюс каждая новая передача. И бывали, не всегда были новые. Бывало, что у бедняков как будто бы всю жизнь там ведет. Были три категории. Ведущие целого сезона, ведущие части сезона и приглашенные ведущие еще. Есть еще спецвыпуски и специальный сезон. Еще ведомые, там очень много всего было. Ну давайте перечислять самых известных. Коля Серга. Нет, самых Жанна известных. Бадоев. Жанна Бадоев. Алан Бадоев. Жанна Бадоев, Алан Бадоев, Коля Серга. Кто там еще был? Бедняков. Бедняков был. Сысоева. Это. Шендеров. Тушкин. Шесть-семь. Еще визуально был такой потлатенький на гитаре играл. Это была его единственная фишка. Был еще когда продюсер типа... А, вел. Синельников. Синельников. А, Регина Тодоренко еще была. Бля, ну и ты же еще где-то сколько? 8-10 назвал неизвестных нам ведущих. Итого их уже там больше 20. Ну я тут навскидку их там человек 40. Да, я, кстати, что, всегда мечтал стать ведущим «Орлом и Решки», кстати, у меня такая была. Ведущим «Орлом»? А сейчас я стану... Я ведущий «Орел». Я ведущий «Орел» в своей стае. Ну что, ну что, поворачиваем? Все готовы? Подожди, дайте подумать, я ничего не смотрел. 5 секунд. Так. Я так в картах тоже всегда. Уже показал, да? Покер вот так играют. Это перед флопом. А сколько сезонов было? 26. Блять, мы в команде работаем. Команда, а ебать, хотелось бы, чтобы целым было. Это Коля так в клубе, когда кому-то пизды дают. Мы друзья. Так, ну чё? 3, 2, 1. Ваши ответы. 37. Блядь. 40. Или Коля, или... И 45. Или Коля, или ты. Блядь. Абсолютно правильно. За 26 сезонов легендарное загибающееся шоу «Орел и Решка» провело... 49. Ведущий. Мы поздравляем Андрея Лузана. Первый балл у него. Мы поздравляем человека, который Коля ставил брекеты и пытался что-то хорошее сделать с его лицом. У него это не вышло. Извините. Ничего. Ничего. Арбузы в студию. Что съебальца, братан? Бля. Я ж после этого вообще буду... Классная передача. А шлем мне не надо? Не будет шлема? Оригато! Бля, это вообще возможно, чувак? А, да, только бей вот лбом, твердой частью. Вот это? Да, да. Сейчас, я прицелюсь. Ну давай, попробуем. Да, я мечтал об этом всю жизнь, давай. А вот это, знаете, образ нашей жизни. Бьешься. А давай бейся, блин. Только давай, чтоб нас не забрызгало. Только давай аккуратно, да. Подожди. Бля, я больно немножко. Он решил, как у Матурман, вот это пробивать по чуть-чуть, блядь. Чисто вот так. Хорошо, а какой... А, надо замах сильнее. Вот так вот надо. Так оно страшно, что я, блядь, дебилом останусь. Коль, ну... Ну, блядь, а что? Ну, я не знаю. Вы не тестили, да? Нет. Конечно, ты видел, сколько арбуза сейчас стоит, чувак? Конечно, не тестили. Тач! Чувак, ну я не знаю. Ты, по-моему, вялую часть бьешь. Ударь в твердую. Наверное, так не получится. Надо руками. Надо руками. Давай. Не, ну я не хочу, чтобы это... Ну ты что, гонишь? Коля, мне одежду не жалко. Давай. Не. Ну я сам как-то... Да не, он должен, а он ломается на себя. Хорошо, давай с девочки начнем. Коля не мог пацана разбить. Будет девочку. Мне кажется, там хоть площадь, а здесь, блядь. Девочка крепче, да? За меня. Дави.
подожди, это же девочка. Ребята, стоп, стоп, стоп. Всем приятного аппетита. Давай, давай, еще два. Я в себя поверил немножко. Так, ну в целом... Слушай, а может вот так? Ну типа, именно прорубить его. Да не, ну мне кажется, легче по центру. Давай. А, не, не, тебе так кажется. Оно реально так будет слабее. Он вот так на сжатие... Не, не, вот тут лучше сюда бить? Да, да. Реально, чувак. А. Давай сюда лучше. Это, смотри, это мальчик. Чувак, оно его же... как был бомб в писюн. Чувак, блядь. Серьезно, у этих продолговатых арбузов вот плотность вот... Бля, его тебе же тяжело держать. Я буду держать, я буду держать. О, держи. Давай. Ну, сука. Да он вялый, ты видишь? Он вялый, ударь твердую часть. Ты вялую часть бьешь. Подожди, я почти. Давай, давай вот сюда. Ой, сейчас уже реально больно немножко. А куда лучше бить? Ну немного хуёво. Блядь, помогите. Он же мягенький, смотри, смотри. Да пальцем просто. Давай, пальцем. А можно пальцем? Головой, а, головой. Давай, поехали. Сейчас. Один сильный, уверенный. Да я не могу уже. Но. Можно его пальцем дадать? Иван, мы тебя наебали вот так. Ну какого? Не, не, чувак, тут я уже, ну если тут мягко, я уже туда не... А могу, а я пальцем не считается? Это, слушай, смотри, обратите внимание, это как грудничок, у него мягенькая надежда. А я попробую, можно раз попробую? Слышишь, а не кажется, что Коля это тот чувак, который, когда на природе, бля, мы ножи... Нет, этот я сам. Пацаны, нормально. Подожди, этот я сам добью, тут этот попробую. Дай я попробую, потом ты добьешь это. Дай просто попробовать, интересно. Сейчас, подожди. Помочь? Чуть-чуть толкнуть. Сейчас, подожди. О. Ребята, Джет Ли! А, я понял! Арбузы далеко не убирайте, следующее наказание – доесть их. Ребята, это был второй раунд. Впереди у нас третий раунд, а прямо сейчас результаты. Коля 0 баллов, Коля 1 балл, Саня 0 баллов, Лузан 1 балл! Ребята, следующий раунд, раунд по номеру 3, наказание для третьего раунда. Под ваши аплодисменты. Ух ты! Мое любимое наказание от нашего партнера «Розетка». «Розетка», ребята. Коля, «Розетка». Йоу, «Розетка». «Розетка». Я уже не знаю, как показывать. «Розетке» 16 лет. И прямо сейчас, начиная с... 7 июня и заканчивая 13 июня, дофигища скидок на абсолютно разные товары. Ребят, и это, поэтому... Это, ну, чтобы вы понимали, я там кроссовочки на «Розетке» покупал. На «Розетке» кроссовки? Чувак, прикинь, я сам охерел. Я тебе больше скажу, смотри, в чем прикол. На «Розетке» есть не только одежда, не только там косметика, а даже есть еда. Купил и прикол в чем? Ты можешь заказать в «Розетке» кроссовки, 5 пар, прийти, у них в каждом пункте выдачи есть свои примерочные. Ты примерил, что понравилось, забрал, что не подошло, отдал. Я как-то в «Розетке». «Розетка», разве это не разъеб? Это, кстати, лучший их слоган, мне кажется. Я как-то в «Розетке» 3 арбуза покупал. Короче говоря, «Розетке» 16 лет, теперь можно все. А, с 7 по 13, ребят, «Черная пятница» на «Розетке». Залетайте, покупайте там реально. «Черная пятница» теперь называется второй день рождения «Розетки». О, а это что вот такое? Это кофеварка. Это, кстати, один из самых популярных лотов, или как это называется? Позиций. Да? Позиций. Брюс, один самых, Брюс одна из самых, Филлипс. Самых Брюс. Популярных. Брюс как? Брюс Филлипс. Извини. Одна из самых популярных позиций на «Розетке» сейчас, потому что действуют еще и скидки прямо сейчас в честь 16-летия. Эту кофеварку выиграете не вы. Эту кофеварку может выиграть кто-то из наших подписчиков. Мне так нужна кофеварка, очень сильно. Куда тебе еще одну? А мне простой запрос. Нужен лед, очень сильно. А на «Розетке» есть лед? Конечно, есть. Эту кофеварку, кофемашину выиграет тот человек, который напишет поздравление «Розетке» с днем рождения. Максимально креативно, максимально прикольно. Которое начинается со слов «Дорогая «Розетка». И дальше полет вашей фантазии. Нюхай. А вот наши участники сегодняшние борются
за вот этот робот-пылесос! Коля, Коля! Робот... От арбузов эффект пошел. Робот-пылесос от Xiaomi Roborock S6 уберет в вашем доме, а вы нет. Вы поняли? Вы поняли, он убирает и еще на гитарке там партия. Roborock? Roborock. Хорошо, Коля. Ну могли бы поддержать, блин, инвалида. Кофеварка Philips Series 1200 EP 1224/00. Руслан, блядь, я все сказал! Итак, ребята, смотрите. Участнику, который проиграет в этом раунде, сделают шикарный... Что? Не миньет. А макияж. Вечерний. Девчонки будут завидовать в зале. Девчонки будут завидовать, которые смотрят в интернете. Ну вы будете просто секс. Тот, кто ответит неправильно. Коля. По ощущениям, Коля уже ищет самое большое число, хочет макияж. Знаешь, типа, чтоб дальше всех быть. Сколько было мушкетеров? 900 тысяч. О, сейчас, кстати, Трики-Ники выбирают категорию. Да. Коль, выбирай категорию. Кстати, пожалуйста. Семья, пути и сообщения, пососаться, концерты, вкуснятина. Какую категорию ты выбираешь? Давай вкуснятина. Вкуснятина. Про концерты любишь? Он ничего не слышал. Просто. Я концерты пока... Знаешь, что такое? Была вкуснятина такая, я хочу сказать. Уже покушать захотелось. Вопрос тоже простой. Сколько стоит самое дорогое блюдо в мире? А, это вопрос с подвохом, типа мамин борщ бесценен. Вот это... Ну, если ты так напишешь. Так, давай так, Коль. Сколько ты больше всего тратил на блюдо? 150 гривен. Цезарь разъёб. Мама столько борщ сказала тебе? А ты какое самое дорогое блюдо? Ебаный рибай. Ебаный рибай. Ну, бля, согласитесь, объективно не бывает дорогих суперблюд. Самое дорогое, что ел, стоило там что-то 30 или 40 евро. Ну, примерно, типа там 1500-2000. А ты что, блядь? А, Украина, это Европа. Да. Сам. Не, ну это в Европе, да. Когда ты типа там что-то заказал, это одно блюдо. Саня, а ты? Я вообще дорого не жру. Там арбузы остались, я буду довольный. Я арбузы сам забью. Я мясо, ну, пытаюсь не есть, рыбу ел. Серьезно? Ты мясо? Мясо? Не, ну я ем, но стараюсь минимум. Стараюсь не есть. Оно иногда ночью как заскочит в рот. Пацаны, я был месяц веганом. И просто ел, ну, когда устал, наверное, быть веганом, мой мозг, и я ел буженину, и пацанам рассказывал, блядь, как вы нахуй едите мясо, нахуя вы едите, и жрал буженину в этот момент. И мне звонят пацаны после этого, как бы у товарища день рождения был, говорят, Ермак ёбнулся, жрал буженину и проповедовал, как плохо есть мясо. Я посмотрел его записи новых треков, там, я веган ТД. Что-то он... Зелень-зелень-зеленушка. Потом я понял, что у меня не получается быть веганом, я придумал себе новую легенду, что я из рода охотников-собирателей. Я охотник-собиратель, все, что я соберу на кухне, мое. И я пока, короче, не дошел до веганства. Но ты ходил, вот есть такое предположение, что люди ходят, все, кто веганы, и в любой момент вставляют информацию, что они веганы. Есть такое, они, вот, наверное, например, типа, внутри... Я веган. А ты веган, да? Я же не веган. Не, я пробовал, это ужасно. Я решил стать веганом. Вот сейчас. Сейчас. После того, как увидел смерть арбуза, да? После того, как увидел... Теперь я хочу убивать растения. После того, как увидел цену на мясо по-французски в пузатой хате. Не, я вообще решил есть теперь только фрукты. Или арбуз — это не фрукт. Это ягода. Ой, блядь, смотрите на них, нахуй. Арбуз — это ягода, придурок. Ты что, не знал? Ты что, блядь? Валик, знаешь? Арбуз — ягода! Валик, у меня сейчас, ну, в голове... Это те же люди, которые столица Алжира. Алжир, бля. Знают три хуйни со школы. И что-то пытаются по жизни интересно рассказать. У меня сейчас просто в голове вот так. Я вообще ничего не... Как будто бы писюн глубоко во рту. Парни, самое дорогое блюдо. Что это может самое быть? Самое дорогое блюдо. Что это может быть? Представьте. Слушайте, я, короче, это когда-то... В Дубае какая-то... Стопудово. Вот этот додик, вот этот. Нет, сейчас бурак самый дорогой.
Бурак, чувак, ребят, борщ варили когда-нибудь? Бурак такой. Покупайте бурачок хороший. Но шас дорогой, как будто этот Лукашенко говорит, бурак. О, спустите тот самолет, да? Садись самолет, бурак, быстро. Давай. Что дорогое? Бурак. Обама. Ну типа. Валер. Ух ты. Ух ты. С ума сойти. Короче, я когда-то видел по телеку какое-то вот шоу, типа «Книги рекордов Гиннесса», и там показывали мороженое, которое стоило 50 тысяч баксов. 50 тысяч баксов мороженое. Там типа его подавали с какими-то бриллиантами, с золотом, короче, со всей хернёй. «Книга рекордов Гиннесса» — это там, где типа какие-то рекорды с пивом связаны. А ты, блядь, смеешься, так и есть, блядь. Гиннесс? Да, Гиннесс, блядь. I am Guinness, I am fire. Ну, ему же не важна была информация, да? Что самое интересное, после того, как он ёбнулся об арбуз, можно, в принципе, это оправдывать. Вот, типа... Надо это видео в начало, вообще в самое первое видео «Львов на джипе» вставить. И вот, пожалуйста. А прикинь, Коля, типа, домой приходит, а там из-за угла арбуз такой. Что ты? Чё, сука? На тебе мои семечки. Парни, смотрите. Это шоколадный пудинг, это блюдо, шоколадный пудинг Фаберже. О-о-о. Шоколадный пудинг. А что вы окаете, типа это что-то значит? Итак, шоколадный пудинг Фаберже, 34 500 долларов. Так ты уже... Пишем ответы! Давайте пишем ответы! Так, я считаю. Но я был ближе всех! Да, справедливо будет, если это наказание выполнит ведущий! Да. Да. Потому что выполняет обычно тот, кто проебал больше всего. Вот. Вот этот человек в данный момент. Подожди, а что по баллам? Всем по одному? Всем по одному! Всем по баллу! Смотрите, в чем прикол. Ведущий здесь я. Всем по минус одному баллу. Ну ладно, красьте, блядь, заебали. Ой, и ты же будешь вести. У нас именно шоу в Таиланде разъебет, извините. Итак, ребята, следующий раунд. Не-не-не. Приступаем к наказанию. Мужчина, вам бы накраситься. Чувак, я хочу прийти на встречу одноклассников впервые. Накрашен? В этом же мейкапе. Валик сейчас из мужчины превратится именно в ляру. Знаешь, вот здесь слово. Можем начать, пожалуйста, с губ. Я хочу губы сначала. Атон. Атон! Это... Атон, блядь, пониже. Лузан. Лузан, это тебе фразу маньяк говорил? Можем с губ? Ребят, давайте так, смотрите. Я человек красивый. Хочу творю, хочу вытворяю. Я человек красивый, хоть и без бровей. О, бровки нарисовать можно. Ёб твою мать! Я никогда спасибо, не видел... спасибо вам за подсказку. Я никогда не видел себя с бровями. До того можно случилось? Историю про брови? Что с ними случилось? Очень интересная история, послушай. 1989 год на дворе. Рождается мальчуган в семье инженеров. Валентина называют. И он как без бровей родился, так до сих пор и без бровей. А, серьезно? То есть никакого несчастного случая блядь, не было? А что это тон именно блядь. Такой? Подожди. Шо-шо? Шо именно тон? Не пожалели, блядь. А шо не так? Валик, а можешь вот так поделать? Сейчас Валик пойдет на площадь постоять обездвиженным немного, пособирать монетки. Да, мы именно придумали шоу, от которого сами... сами и терпим, блядь. Дайте вам полосатую майку какую-то. Ребят, Саня перестал на меня смотреть с улыбкой. Почему-то. Сань, что? Как оно общаться с таким человечком? Я на самом деле сижу и думаю, блядь, красавчики. Так,
Так прикольно у вас на фоне. Красавчик, нихуя делать не надо. Сейчас еще пылесос заберу. Я вообще не хожу вообще ни на какие передачи, потому что хуйня какая-то. Ну, типа, реально. То есть я походил там раньше пару раз на какие-то шоу, там, типа, там, каких-то телеканалов. Просто хуйня какая-то. Ну, и вы не исключение. Ну, отказался вообще ходить, я не знаю, года три никуда не ходил. И вот пацаны, ну, я следил за вами. Вот, и мне смешно. Я думаю, что это за тип за мной. Тем более, если я вас всех заочно знаю еще там со времен, там, Крупы, вот. А когда мы познакомились вообще, что это было такое? Антончик, не знаю даже. Чувак, это, по-моему, еще... Это, наверное, еще я в КВН, наверное, играл. Какая-то Грибовка, может быть, была. Нет, я в Грибовке уже не ездил. Даже до этого. Что Саня пришел в гримерку к актеру, тот, когда мы с тобой виделись последний раз? Сашенька, сейчас. Блин, что у него брови? Люда, принеси нам пару шампанских. Бля, я никогда не видел Валика с бровями, просто. Чувак, он так на баклана похож с бровями. Блять, Валик, это... Валик, знаешь, что самое смешное? Я вспоминаю фразу, когда говоришь, я буду ведущим, чтобы не терпеть эти наказания. Мне немного стрёмно, у меня что-то спина начинает болеть очень сильно. Оно могло как-то... Оно могло как-то повлиять? Ты, блядь, позвоночный диск сдвинул, блядь, когда... Сука. Об один арбуз, блядь. Так было хорошо. Так, блядь, какая лярва, это просто, я не могу. Посмотри. А по мне какие? Ну, по виду такое ощущение, что ты библиотекарь, который плохо. Побледнело что-то, точнее. Не, это этот ребенок, который зеленку выпил. Это Валик так придет на день рождения розетки. Так и хватит. Все, достаточно. Вот это великолепно. Не надо. Это прекрасно. А что, подожди, а что еще можно было? Кого-кого? Реснички? Не, это долго, не надо, не надо. А ты маэстро? Надо? Надо, да. Нашел у кого спросить, блин. Это ж эти, вот эти змеи, им только дай мужика накрасить, они сразу. Ой, давай посмотрим, как он как педрила будет выглядеть, блин. А давайте ногти накрасим, тебе так сейчас все Даня Милохин красит, тебе тоже накрасим. Меня последний раз красили, когда в 9 классе мы такие, о, прикольно на новый... О, что-то я как Зеленский начал говорить. Прикольно на Новый год одеться в Снегурочку Деда Мороза, только наоборот. Девочка, Дед Мороз, а я Снегурочка, блядь. Вау, Валик, столько объема. Можно я гляну? Ёб твою мать. Какая четкость у фронтальной камеры. Валик. Ты на розетке покупал? Да. Кстати, вы знаете, что на розетке, когда листаешь товары, там по правилам только двумя пальцами можно слистывать. Ой. Извините, я пытался определить в порядке ли я, не совсем. Да, как будто в больнице сидит там, до сих пор старается еще. Итак, я выполнил наказание за самый сильный проеб, правильно же, в этом раунде? В истории вообще снял шоу. У вас по одному баллу, и результаты прошлого раунда это Коля минус один, Коля ноль, Саня минус один, Лузан ноль. Мы отодвинулись назад, но ничего не поменялось в целом. У кого-то реповое направление. У кого-то направление ютубовское, у кого-то четкий путь на Европу. А вы Валика на Евровидении не видели? Он же ж был. Скажи, приветствую вас в нашем отеле. Приветствую вас в нашем отеле. Вам массаж или сразу? Нажми лайк, если ты хочешь, чтобы я ходил так всегда. Бля, но с бровями. Я не знаю, можно я вам расскажу историю? Я просто смотрю на него, ее вспоминаю и думаю, рассказывать, не рассказывать. Давай. Короче, впервые в жизни, короче, я никогда, как бы, ну, не вызывал шлюх, короче. А тут ты вызвал бы, да? Саша, я просил оставить это в тайне. И, короче, концерт в Кривбасе где-то 13 или 14 год, и пацаны набухались и говорят, давай вызовем шлюх. Вот это, когда свеча, зеркало, вызываем шлюху. Короче, после этого предложения сердце пацана дрогнуло. Я говорю, пацаны, говорю, сердце пацана не может. Не может трахать шлюха. А пенис пацана, пожалуйста. Алло, шлюхи. Так, делай пенис пацана. Так говорил мой концертный директор.
И, короче, я уже 6 утра, я пошел в номер спать, мне звонит мой концертный директор. Блядь, Саня, спустись, они сейчас подъедут, ну хоть и глянь глазком. Я, короче, спускаюсь, и там стоит вот три валика. В дубленках. Без таких, знаете, засаленных дубленках. И я... А меня от шлюх вообще отвернуло. Я просто на валика смотрю и вспомнил кривбасовских. Богат кривбас горняцкой славой. И писюнами вот такими. А мы, блин, шлюхи. Влево, вправо. Ну докиньте ему, ну вы же в рифмы знаете. Ну! А ты вызывал шлюх когда-нибудь? Не, зачем? А, ты же рэпер. Если их можно просто сразу нагнуть, нахуй. Бля, ты шаришь. Следующий раунд. И наказание для следующего раунда. Валик, читай внимательно текст. Наказание в следующем раунде будет следующим. Вообще уже ничего не страшно. Улыбка. Улыбка. Это означает, что человек, который проиграет в этом раунде, весь следующий раунд просидит в растопырке стоматологической. Для того, чтобы было удобно смотреть на зубы. Просто раунд просидеть, пообщаться, слюна покапает, ничего страшного. Ну, на такую красотку, слушай, ну. Итак, Коля, выбирай, пожалуйста, категорию. Сейчас. Семья, пути и сообщения. Сейчас, подожди. Пососаться, концерты. И ох уж этот азартный спорт. Пути и сообщения. Пути и сообщения, как ты четко попал в вопрос, адресованный Укрзалезнице. Вы говно. Максимально... Сразу хотелось оборотить. Следующий раунд! Это была суть этого. Просто вот, может, вы не знаете, мы хейтим просто. Укрзалезницу. Было что-то в гастролях? Какая-то жопа случалась в гастролях? Да не обязательно в гастролях. Вообще ездили в Укрзалезницу? В целом, хоть раз. Был у вас опыт? Вопрос. Да. Назовите, пожалуйста, максимальную скорость, которую набрал поезд вообще во всем мире. Максимальная скорость поезда. Смотрите, для того, чтобы... Вот эти там? Вот, я предвидел этот вопрос. Это не японский поезд, который на подушке находится, на магнитной подушке, который, типа, новые технологии, все дела, это очень дорого. Обычный поезд во Франции. Поезд во Франции. Скоростной поезд во Франции. Ага. Я даже вам скажу, как он называется. И сколько километров скорость у него? Какая скорость у него? Ну, средняя, сколько он набирает. Прикиньте меня еще вот в этой херне. Типа, приехала Людмила и уже готова. Из обычных поездов рекордсменом является французский TGV. И сколько там? Разогнавшийся в 2007 году до некой скорости в километрах в час. Французский, да? Хватит, блядь, мне зубы заговаривать. А там же вроде не в километрах, поезд. А в милях, нет? Там в километрах, да? В километрах, в час. Если это не японский поезд, японский развивает где-то 500-600 километров в час. Сколько? 500-600 где-то так. Горзолезница такая, сколько, блин? Вы, если вы хотите знать о японском, в 2015 году он установил рекорд скорости в 603 километра в час. Во, 600 километров, типа, это магнитный, да, на магнитный. Скоростной поезд. В 6 раз быстрее, чем Интерсити у Горзолезницы. Да, в 6 раз. Серьезно? 100 километров в час? Она едет 110. Это. Ну смотри, обычный поезд, мне кажется... Не обращал внимания под вот этими суперинтересными видео в Укрзалезнице? Снизу скорость. Там еще показывают скорость и температуру. 103 едет в среднем. Мы вот ехали, 103. Супер, как машина. Вы заметили, что с годами вот этот поезд Интерсити, он становится все медленнее и медленнее. Я последний раз, когда ехал, он 7 часов уже едет. Да, да, и да. В Днепр вот это... Он ездил мразь. 5,5 часов. Ну извини, ты тоже не молодеешь. Это опять Укрзалезница такие, блядь. Ну извини, блядь. Ебать, мы лучше не сравнимся, а ты думаешь, ты лучше, блядь? Я, короче, когда-то спросил, вот в Укрзалезнице, когда билеты покупаешь, у них стоит до сих пор, это единственное госучреждение, где стоит Windows 3.11. Это еще до 95-го, шарить? 3.11. До квартала? Валек, нормально было. Было нормально? Въебал. Ну что, напишет мне кто-то скорость вот эту рекордную? Давай уже, французского поезда. Оксана, успокойся. Что там за наказание? Улыбка. Ну, посидеть вот так, ган-ган-ган-ган поговорить. Километров в час, да? Километров в час. Можно километров в 60 минут. Если хочешь, пиши километры в минуту, я пересчитаю по-братски. Итак, 3, 2, 1, ваш ответ.
Мне пизда. Лазан, 390. Саня, 320. Нам повезло, братан. 420. Коля. Интересная скорость. А у меня уже зубки ровные, уже не стыдно будет. Это не скорость, это время. Получается, понятно, либо Коля играл, либо Коля. Зачем эти интриги? Но кто был ближе? Вот вопрос. Итак, этот всем неизвестный вам поезд из Франции под названием TGV развивает скорость. В 2007 году он поставил рекорд скорости в 574 километра в час! Коля Димон! Французы! Le français, moi! Подожди, сколько? 500? 574,8 километра. Бля, подожди, обычный поезд 574, а на магнитной подушке 603? Да. Потому что нахрена тогда магнитная подушка? На подушке только все спят, а поезд, он вечно тыдын-тыдын. Мне кажется, что магнитная подушка, он всегда типа на такой скорости ездит. А этот разогнался, вот пиковая, да. Просто с горы, Марти, блядь, включай машину! В Ницце где-то с горы. Залезница, так это ебать, мы тогда и больше набирали. Вы нас не видели в Карпатах, ребята. Знаете, блин. Ну, вы говорите быстрый поезд. А кто самый медленный в мире? Это мы с Днепра, у нас гордость в Днепре, знаешь какая? У нас самое короткое метро в мире, 6 станций. Это мы гордимся этим, мы... Самое короткое метро в мире, блин. Это в Днепре? А мы, Днепре. Знаешь, там есть метро? Самым коротким. Да. Прикинь. Или в Харькове. Да, да, у нас в Днепре просто когда там... У нас самое короткое. Мы просто вагон закопали и назвали это метро. Итак, 1 балл у Коли. А кто выполняет наказание? Трики. Коля выполняет наказание. Трики-ники. Итак, прошу, если хочешь, может ассистентка сделать. Может, могу и я. Пошли. Так, что у меня, кстати, делать? Такого размера презики. Нахуй не тебе такого. Который ты одеваешь кому-то. Люблю оверсайз, да? Я люблю оверсайз. Люблю, когда свободно. Когда хоп-хоп, три слоя вот это вот, сверху рубашечку надеваю и... Когда главный акцент на резину все-таки. А есть что-то острое? Ну, как бы... Сейчас шутку придумаю. Сейчас давай, давай, давай. Есть том-ям. Лузан, сообрази том-ям. И что я должен? Ой, как это нести? Я первый раз так. Просто в рот? Смотри, да. Вот это... Сейчас, не-не-не, другой стороной, другой стороной. Другой, да, да, вот так. Вот так? Вот да, так. Да, да, да. Под зубы, между губой и зубами. Понял? Под зубы, то есть... Не, между губой и зубами. То есть вот у тебя губа, вот у тебя зубы. Между. Такая стоматология бюджетная. Давай, надевайте пока. У тебя есть минута, ебашь давай. И да? человек скумбрию ебашит. Там без вариантов, там по-любому наденешь. Давай, суй в глотку. Капало уже. Это в Кривом Роге. Смотри, это в Кривом Роге. Здравствуйте, Саня Ярмак. Мы проститутки. У Наташи презик во рту застрял с прошлой работы. Мы просто... Лучшее железо Кривбаса. А у Сани флешбеки такие. Ну расскажи, что слюна не на меня выделяется. Не расскажи. А можешь сейчас трек начитать свой? Нет. Короче, хорошая. 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 Счет после 4-го раунда. Коля 0, Коля 0. Саня минус 1. Лузан 0. Ой, так. Вот такая сучка поднимала вас баллы. Наказание 5-го раунда. Ну. Пала! Участник должен будет, как настоящий фанат на стадионе, ну, это такой образ, выпить содержимое шлема. Нужно будет надеть на себя шлем и выпить содержимое. И желательно в конце прокричать какую-нибудь кричалку или что-то такое. Ди, фанатский тро, движ. Петров. А ты какой у тебя клуб? Зирка. Да, Зирка Кропивницкий. Сань, ты болеешь за футбол? Да. За кого? За Реал Мадрид. Ну, я за... А Борис Фен? Так, а ты не знаешь, в Борисполе же клуб Реал Мадрид Борисполь называется. Река Аль. А твой? А ты за кого, Кольба? Рики Ники. Я шарашкирил вообще. Наверное, Лос-Анджелес Лейкерс? Я помаскировался. Сан-Антонио Спёрс. Майами. Майами. Хит. Хитс.
Хит. Хит. Just hit. А, хит 100 сигареты. Майами хит. Олег Майами. Олег Майами хит. Он как продюсеру приходил, хит. Я гарантирую. Пока у тебя есть возможность обратиться к своим поклонникам и сказать им все, что ты хочешь. 300 плохое число. Вносите, пожалуйста, шлем нам для следующего наказания. О, 300 плохое число, да, получается? Там у нас что-то... ну, надо, короче, пить, пацаны. Надо это все выпить там... и осушить. Чтобы вам не казалось, что там за напиток, там пиво. И чуть-чуть водочки. Серьезно? Буквально капелька. Буквально капелька. Капелька водочки. Это, получается, фанат ебанан, да? Давай, я напишу. Ебанан. А вопросик можно узнать, Валентин? С удовольствием. Расставляю все пунктуации по порядку. И ответик, если вы так. Просто сразу скажите, что там. Я задолбался вам читать категории. Я просто прочитаю категории. Ох уж этот азартный спорт. Ох уж этот азартный спорт. Вопрос от GG Покерок. Вау. Это только мне радует? Что только мне GG Покерок платит, ребят? Я не понимаю. Где радость? Итак, вопрос следующий. Вы играли в покер? Да. Представляете, да, себе, что это такое? Играл когда-нибудь? Покер техасский, когда тебе дают две карты, и потом выкладывают три карты, потом еще одну, еще одну. Там где блеф, вот это вот. Есть такая комбинация, я тебе объясню. Есть такая комбинация Flash Royale, или Royal Flash я называю. Это когда у тебя подряд одной масти 10, валет, дама, король, туз. Именно вот такая комбинация. Редко кому даже за карьеру удается заработать эту комбинацию. Какова вероятность выпадения этой комбинации на флопе? В чем? Флоп — это первые три карты. Я понимаю, один к 100 миллионам? Нет, в процентах. Вероятность в процентах, что ты, получив две карты на руки, рандомные, и когда выложат еще три, ты соберешь сразу флеш-рояль. А вот вопрос, Николай, а никакого каламбура на флеш-рояль не будет? Андрей, честно, хуевенько немного. Я-то вижу, что вы не в духе. Да, я немножко побыл. Короче, вот за все время, что я играл, мне выпадал флеш-рояль, и то не на флопе. Это типа вот единожды и не на флопе. Я знаю, что Игорю Крутому выпадал рояль когда-то. Ты хоросил каламбур, держи. У него же рояль на 32 гигабайта. Так сказать, флеш рояль. А флеш память. Ребята, добро пожаловать на дно. Так, ну скорее всего, какой-то очень маленький процент. Потому что это прям такое. Да нет! 50 на 50. Ну смотрите, стопудово это даже не 1%. Даже не 1%. Серьезно? Я уверен. Алло, Оксана. Да не может. Меньше? Да, я думаю, процентов типа 7, нет? Семь? А зачем ты ему сейчас подсказываешь? А, точно. Как у Оли. Политиков некоторых. Что? 7%. Да я ебу, что я говорю, Андрей. Ну, блядь, можно все претензии снять, Коля, блин, просто после арбузов не в себе немного. Понимаешь, мы теперь все в пределах рядом. Да, да, сотых чисел каких-то. Давайте писать. То есть 2%, да? Да. Блядь, 2? Да, в процентах. Процент. Да, процента. До одного. Да, процента. Может, что меньше одного? Вообще, что в этой жизни меньше одного процента? Это же вообще, это сколько? Хорошо, 1% это получается один раз на 100 попыток, да, такое может быть? Да. А меньше одного это, допустим, сколько тогда? На 100 попыток, это сколько тогда? Если, допустим, 0,7%. Ну ладно, в клубе ты подходишь к тёлочке, да. Начинаешь подкатывать. Какой шанс, что она тебе скажет «да»? 99. Не «нет», а «да». Ну, большой. Очень большой. Да. А тут очень маленький. Это же меньше, чем один раз. Ну, на высокосный год, блядь, получается. Ты сейчас что хочешь писать? Одна какая-то процента? Я вот не понимаю, что такое меньше 1%. Пишешь 0, запятая. А 0,5 это сколько? Это вот. Ладно, Андрюх, блядь, если ты меня подставил, блядь, я тебя головой уебу так сильно. Я уже потренировался. Так, я очень меньше 1% написал. Ну там такой варик, типа, что выпадет. Это просто там, ну, у некоторых никогда это не происходит, чуваки. Ой, блядь, он там понагнетал нам, давай. У меня выпадало. Да? На флопе? На GG покерке. О, ребят, ссылка в описании, там еще $11 на счет. Готовы?
Сейчас Коля написал меньше одного. Не, он сейчас написал единичку и закрасил нижнюю часть. Типа... Не, маленькую единичку. Большую единичку и маленькую. Вот. Очень маленький 1%. Готовы? 3, 2, 1. Ваши варианты. Я очень... Ебать. Я нуться. 0, запятая... это у тебя сколько? Там... 800 тысяч? 800 тысяч. 800 тысячных. 2 сотых. 17 сотых и 60-х. Ну что, мне так голова кружится, можно и выпить, в принципе. Ну, очевидно, все же уже все поняли. Да. Нам даже ответ нахер этот. А нет, ну скажи, какой. Ладно, правильный ответ. Шанс поймать эту комбинацию с лопа. Может, ты подыграешь? 0 целых. Ну никак, я понял. 8 десятитысячных. Вот минус 1 нолик бы тебе. Бля, я минус дорисовал... Минус 2 нолика, было бы вообще прекрасно. Да, я реально 2 нолика потом дорисовал. Вот. Ой, они, видите, бля, втулил их вот здесь. Итак, давайте посмотрим на наши результаты. Так, 17-0-0-2, 0-0-0-0-8 и 0-6. Подожди. 0,6. Коля точно Пока... выполняет. Подожди. Коля точно дальше. Блядь. Лузан на 2 нуля дальше. Коля на 3 нуля дальше от правильного ответа. Слава. Коля выполняет... Точно? Смотри, надежда, надежда в глазах. В глазах надежда появилась. Ребят, кто счетовод? Кто пчеловод? Калькулятор, быстро, ребята. Это... Саня Ермак зарабатывает первый балл. А, какой первый? У тебя нулевой балл, теперь у тебя 0 баллов. Посчитайте, посчитайте. Какая гнида. Подбирал у людей баллы и радуюсь. Ну, я проиграл? А, блядь, идите. Уже давно Коля проиграл. Коля выполняет наказание. Ну, шо, фанат? Тебе специально под Днепро, твое любимое, выбрали кепочку. Надевай ее. Коль, там, понял? Это получается где-то 0,6 литра пива за раз. Ну, я могу с паузами небольшие? Ну, что ты можешь поехать домой, паузы? Отдохнуть, вернуться. Не, ну, я имею в виду, типа, там, выпил, ну, там, секунду передохнул и еще пью. Он сейчас ну, еще не накидает. Выпускай изо рта эту штуку, конечно. Но рассчитывай, как хочешь. А, я, можно сейчас сделаю первый пробный? Бля, как тебе идет эта кепка? Коля, сейчас, вы заметили, что... А где она была раньше, когда я арбузы пиздил, блин? Бля, посмотрите, как смотрится эта пара. Йоу! Это банда Левого берега, йоу! Пришел поддержать у стоматолога человека. Бля, чувак, у меня реально башка кружится. Ну что, Коля, если будешь делать паузу, ты должен кричать какую-то кричалку. А там же ж надо открыть краник, да, какой-то? Можно я уточню? Если я... Что, как сделать, чтобы не пить? Ну, типа... Зажми, она... зажми трубку, как, я... чтобы не писать. Точно так же, Пол, зажимаешь писать. А ты зажимаешь пись? О, пошло, пошло, хорош, хорош. Давай, 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 давай. Давай, пей, 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 пей. Бля, посмотрите, какой он сосредоточенный. Хорош! Давай, 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 давай! Вот если бы это наказание было до арбузов, он бы их разъебал. Течет, Коля, течет! Коль, надо пить, нельзя останавливаться. Смотри, язычком зажми, если уже устал пить. Просто язычком дырочку. Просто зубками зацепило так вот. Дырочку язычком. Первая законч... Не, ровнее, выровняйся, выровняйся. А, наклонись, голову, наклонись голову чуть-чуть голову вот так вот. Давай, чуть-чуть осталось! Да! Ты реально выпил их? Красава. И кричалка, Коля, кричалка. Не, про, п, дрож. Ой, я извиняюсь за... Чувак, она была такая крепкая, я думал, я умру нахуй. А что была? Она в тебе еще, Коля. Я просто думал, там больше пива. А там как будто было больше водки, если я хочу сказать. Есть в зале тёлки свободные? Коля, Коля! Валик, мне еще не так хуёво. Мы и в этом выпуске пососёмся, получается. Коль, если Валик станет симпатичнее, скажешь. Ну, вау! Финальное 6-е наказание! Так, у нас осталось, ну, за неимением вариантов последнее, да? В 6-м наказании у нас осталось только одно наказание, которое называется «Добряк». Коль. Это наказание может не понравиться только одному человеку. Это Коля Зырян. Потому что добряк, он делает добрые дела. О, я минус тоже. А там чуть-чуть денег надо скинуть. Нужно скинуть на благотворительность всего лишь 1000 гривен. Это копейки.
Коль, я понимаю, что пьяный человек не на это хочет тратить деньги. Мне еще тошнит, пизда. От этого? От благотворительности? Нет, нет. От этих добрых дел, бля. Если с собой нету, ой, куда я? Если с собой нету 1000 гривен, то мы одолжим, потом вернешь. А давайте плебе... мне скинь, давайте. Не, Оля там... не на те таблеточки сейчас просит. Скинем фон таблеточки, реально. Фон таблеточки кинет человек 1000 гривен. Ну или, например, если хочет больше, то больше. Итак, у нас перед финальным раундом счет. Коля 0, Оля 0, Саша 0. Лузан 0! О, классно! Мы вернулись. Ебать же финальчик. Я сейчас ниже нуля я бы хотел. А я не понимаю, как так вышло. Было же 5 раундов. Подожди, у Коли минус 1. Коля заработал плюс 1. Пошел ты вообще. У Коли изначально был 1 балл. Он самый первый правильно ответил. Не, я первый не отвечал. Потом ты правильно ответил. Раз, два, три, четыре. А где еще один раунд? Я проебал вообще. А макияж? У всех минус 1. А макияж не засчитывался. Все правильно, все правильно. Просто у всех по нулю, у меня пиздатое лицо. Итак, в финальном раунде мы обычно даем 3 балла, но сегодня я дам всего 1 балл. Вот такая я стервозина. Всего 1 балл. Всего лишь, а не 3, как могло бы быть. На что вы рассчитывали? Шо? Нормально. Я если привлекаю внимание, я извиняюсь, это не специально. Если что, у него кличка была «Коля 2 пивка». Потому что это топ. А где оно по уровню сейчас? Можешь вот, показать? Кстати, вот где-то, ну вот тут, просто я не ел еще ничего. Хотя, не похоже, но действительно, я не ел, и мне прям дало. Я еще ёбнулся до этого головой. Тяжеловато, но ничего, так, я ребятки, извиняюсь. Все, я молчу. Финальное задание будет не на... количество чего-то, не на число, не на процент. В финальном задании у нас обычно нужно перечислить что-то. Вот, например, в прошлом выпуске Андрей просил нас, всех участников, перечислить известных азиатов. Ну, наболело человеку. А, кстати, можно я подниму тут этот вопрос? Да. Коля, тебе возвращается в прошлую игру балл, и того счет там 11-11-10, ты все равно проиграл. Да. И Тео Сузуки... Но это... Сузуки это был реальный человек. Да, Сузуки это был реальный человек. Андрей думал, что долбой, блядь. А Шанцунг что? О, Кунг Лао там был. Не считается. Сука. Итак, у нас сегодня реповое направление. Я заебался уже сам вам это говорить. Я понимаю. Терпите. Я прошу вас за 2 минуты. Так. И время начнется сейчас, как только я дочитаю, если что будет нужно сделать. В конгрессе нужно порыгать, я смогу это сделать. Если такая задача. За 2 минуты вообще. Я прошу тебя порыгать мозгом сейчас. За 2 минуты перечислите мне как можно больше рифм на слово «братан». Рэп, поехали! Блин, прикол. Только давайте, ну ничего не говорите, пожалуйста. Тут такая заруба, я пылесос хочу. Ага, не посматривай, рэпер, блин. Блять, у меня странные погнали рифмы. Так хочется что-то кого-то поотвлекать, но это ж вы потом будете, а, блядь. Ты глазки построй нам, блядь. Это был маньяк. Простите, братва. Прости, район. Меня съела столица. Хотя похер, я ж себя не вижу. Это ж ваша проблема. Но я ж потом посмотрю. То, что мне близко. Абрыган. Я пишу, я тоже пишу. Спасибо. Это вам от меня. От меня. Тёлки есть? Блин, ребят, какая прикольная маска в Инстаграме. Даже не съезжает. Смотрите. Смотрите. Типа тоналка, типа плохой макияж. С ума сойти. Как прямые рифмы без созвучия. Попробуй с созвучиями, я решу, это рифма или нет. Решаю я. Извиняюсь, а собственное название это же рифма? Да, все равно рифма. Спасибо. Ой, блядь, время что мы идем. Сижу, кайфую, придурок. Стоп! 14 секунд назад. Стоп! Стоп! Все сдаем работы! 10-й А, сдаем работы! Блядь! Так! Блядь. Захарова!
Что это за этот? О, училка, иди нахуй! Зырянов! Я в 11 классе уже бухаю, блин. Зырянов. Благодари, что это школа свободного развития. Давай сюда. Да, я могу быть первым, если школа, честно. Школа привольности. Вы не думали, что я мухлю. Так, раз, два, три, четыре. У меня очень плохой почерк, если что. А там, если что, у меня на следующем еще, на следующей страничке. Ну, если вдруг я такой, ну не подходит рифма, вы должны зачитать эту рифму, ну то есть прочитать рифму, чтобы она подошла. Yes. Окей. Поехали. Коля первый. Да. Братан, это я для себя написал. Первая ассоциация. Уебан. Братан уебан. Хорошо. Джеки Чан. Бля, хорошо. Просто Чан. Ну, подожди, братан Чан. Астерикс и Обеликс. Зачитай, докажи ему. Братан и просто Чан. Эй, братан, ты что, Джеки Чан? А нет, ты просто Чан. Хорошо. Что за хуйня? Мы повышаем планку. Качан. Джеки Чан, просто Чан, Качан. Коля начал на Чан писать, Рифа. Самолет Ан-372. Ну если, братан, ты как самолет Ан-377. Ну это что, блядь? Подожди, подожди, есть же категория самолетов Ан? Это он, я бы засчитал. Брат! Ян! Мак! Ян! Мак! Так, в смысле? Ты что, на рэп-баттле? Я бы засчитал, я бы засчитал. Подожди, смотри, там добавлять что угодно. Но есть же самолет классификации Ан. Братан, ты летишь как самолет Ан. 372. Ну это уже, я типа, чтобы ты понял, что это самолет. Я для себя, блядь. А, это может быть 372 Анна. Ну типа, нахуй. Там похуй вообще. Хорошо, засчитываем. Дам на ротан. Бабл-гам, хорошо. Охуенно. Абрыган, хорошо. Это мой подарок. 3-2-1. И салам. Салам. Братан, салам. Не, братан, салам, это не рифма. Ребят, это созвучие. Что с пьяным спорить, скажите? Ну, давай плюс-минус. 0,5, это честно, 0,5. А единица, в смысле 0,5? Это меньше, чем 0,6. Ты мог 0,5 написать про покер в вопросе. Я бы выиграл? Нет. Ладно, салам. Братан, что ворошить прошлое? Итого у Коли 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 рифм на слово братан. Поехали. Леман. А что через дефис? А я холь, блядь, не знаю. Так захотелось. Потому что французская тема. Хорошо. Леман. Декан. 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 Хватит тебя рифм. Два. Уебан. Декан уебан. Ой, да, декан уебан. Лузан. О, хорош. Хорош. Кольщик. Колыман. Там, ну, Колыман там, ну ладно. Колыман? Да. Есть такое слово? Колыман. Кто? Что это? Кто это? Не знаю, но есть такое слово. Блять, а есть слово «пошел нахуй». Не, подожди, давайте разберемся. Колыман. Есть такое, это персонаж. Что у нас значит? А пропускай, мы ж как бы... А, Колян, блядь. Есть слово, это Колян. Это персонаж из вот этого. Все, базару нет, я за Коляна стреляю в упор. Из Добрыни Никитича, вот этой, Тугарин. Колыман, да, там был? Что я... Точно? Да. Нас в комментариях засмеют, мы это не переживем. Колыман, засчитываем! Валентин... План есть. Алан там, блять, план надо было написать, сука. Алан, хорошо, Алан. Колбаса вот это? Да, да. Колян, братан! Алан! Атаман. Атаман. Атаман, братан, атаман. Что это? Рыпан. Рыван. Рыван, да. Рыван? Рева, типа, Рыван. Рыван. Братан, Рыван. Это такого слова. Это грузинское имя. Это грузинское имя. Рыван в Чехотосвили. Рыван. Есть Дарт Рыван в «Звездных войнах». Я просто не засчитываю, потому что это Рева. Ужас. Да. А подожди, это еще имя. Это имя еще есть. Рыван. В супермодель по-украински. Леван. Рыван. Чувак, подожди, подожди, подожди. Ты рэпер, смотришь супермодель по-украински? Не, просто... Я там девочек подсматриваю просто. А, малышек подсматриваю. Чисто мужской сезон. Эти мальчики так ножками. Это малыш, смотрю, а там пацанов потом вели. И какой-то Рыван там был. Леван. Рыван. Риван? Вот. Хорошо, имя. Рифма, слово. Засчитываем. Что? Имя это слово? Слово да. Это рифма. А рифма это тоже как слово. Какая у нас училка? Абрыган. Есть. Два.
Два Яна? Два Ян. А, Ту Янг. Ту Янг. Like, Ту Янг. Братан. А, братан. You Ту Янг. Yeah. Я сейчас знаю, что... А, братан, салам, блядь, что, созвучно тебе? Братан, Ту Янг. Ту Янг. На английском. Ту Янг. Гы, там никто не говорит. Да. Нет, ты говоришь Ту Янг. А я говорю Ту Янг. Братан, Ту Янг. Братан, Ту не я, дец. That's right. Торан? Таран. Таран! Хорошо. Иду на таран. Туман нужно учить. Баран! Хорошо. Салам! Пизда. Вот это Коля, блядь, обращайтесь туда же. Салам, салам. Салам, блядь. Брат. Итак, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, реван, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, рифм! Но согласитесь, что такой крутой, как Free to One, не было у него. Free to One, великолепная рифма. И Ан, охуенно. Сейчас ты охереешь от моих рифм там. Я нашел золотое, ну вот это, понял, сечение этой рифмы. Сейчас Сашины рифмы. Канкан. О. Смотри, капкан. До этого. Капкан. Капкан. И слишком капкан. Мне смотри, хорошего. Смотри, пацаны. Братан уебан. Братан уебан. Тут братан капкан. Лиман. Хорошо. Тиран. Хорошо. Коран. А, это можно было так делать. Баран. Хотелось поприкольнее там завернуть типа самолет, числа, фритуван. А это просто ан-ан-ан-ан-ан. Кушают рифмы и все. Скушали рифмы легкие. И подожди, мы сейчас будем еще читать этот рэп, который вы написали. О, давай. Таран. Катамаран. Пеликан. Кто-то вспомнил, никто. Пуритан. Это пуританка, только пуритан. Не андретан, да? Шарабам. Что это, блядь? Шарабам! Это когда просто мамбл рэп начался. Шарабам, барапам. А что, есть такое слово? Это хуйня какая-то. Это не я написал, это за меня подошли написали. Шарабам. Не, ну говорят, но сленг такой есть. Шарабам. На шарабам. Ты все делаешь на шарабам, да? Нет. Ребят, можно сразу, можно сразу? Я писал, знал, что это. Можно сразу заявление? Да. У меня нет на карте 1000 гривен. А наличка есть? Там ворота просто. Бля, ты пиздишь, что у тебя с собой нет. Коля, Коля, Коля. Ебать, вы меня набухали на бабки разить? Вы что? Вы кладелинчица, блядь, или что? Коль, ну 1000 гривен, ну снимешься в трех еще передачах бесплатно. Каратал. 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 Братан каратал. Братан каратал времена. Это на румынский какой-то. Братан каратал. Засчитываем братан каратал? Да. Нет. Смотри, вон там шо? Девчонка говорит, да. Вот она фанатка. Кто при моего брата встает здесь? Руки поднимите. Кто при моего брата? Засчитываем нахуй. Ну раз Коля сказал, хочешь 1000 гривен тратить, пожалуйста. Это был единственный, наверное, кто мог с тобой посоветовать. О, не-не, каратал. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. И с караталом... Не-не-не-не-не. 10! Ну ты попросил! Ребят, 10! Вы что, ебануты? Каратал, блядь! Клип 140 миллионов, и мы засчитываем рифму каратал, блядь! Там, кстати, такие рифмы были. Там, сука, с этого клипа больше пришло, чем 1000 гривен, блин. Коля, не наезжай на него, он сейчас в обморок упадет. Извини. Кто-то должен был эту шутку сказать. Итак, следующий. Я Лузан. Хотел Коле сказать, что у меня есть опыт, блядь. Если хуёво, иди полежи. Подожди. Бля, охуенно. Дуже добре. Дуже добре. Итак, Лузан, Кабан, Азербайджан. Братан, Азербайджан. А дальше на этом поприще повезло. Следующее, Дагестан. А где Таджикистан, Узбекистан? Нет, тебя ждет в конце. Ага. Уебан. А это на что, что тебе натолкнуло? Дагестан или Азербайджан? Ничего из этого. Понял. Поднял глаза на меня. Талибан. Автобан. Азкабан. Это же даже в рэп сочинение. Братан, Талибан, Автобан, Азкабан, Таджикистан, Чистоган, Миниван.
Так, можешь не защищать. Чистоган, блядь, это как шарабан. Не, ну чистоган, есть же такое слово? Ну, как и шарабан, блядь. Я засчитываю тебе еще и шарабан! 11! Подожди, не, это нечестно. Он попросил. Ну это нечестно. Он попросил. Бля, давай нам салам пусть защитит. Да хорошо, ты можешь тоже попросить. Никто ж тебе не запрещает. А мне нечего засчитывать, ты все засчитал. Вот в этом и прикол. Нет, салам не засчитали. Я думал, подожди, я думал, мы с ним раскинем по 500 гривен. Нормально будет. А ты нахуй, блядь, засчитал. Рисуй честно. Не засчитываю, ладно. Так что, чистоган, нет? Ну ладно, не... Но... Хорошо, ты первая кричала про чистоган. Это сленг, правильно? Да. А шарабан, это сленг? Сленговая. Давайте не засчитаем ни там, ни не там. Не засчитаем ни там, ни там. Спасибо, красиво. Брат. Плюс 500 гривен, спасибо большое. Мини-ван. Ну, мини-ван, это машина. Мини-ван, блядь. Боже, ты проебал букву Е. Подождите, там ва... Смотря как ты читаешь. А, не, понял. Деоланис, да? Мини-ван и Деоланис. Деоланистер, понял? Машина. Это машина сестры. Мини-ван. Пошел в сраку с мини-ваном. Таран. Хорошо. Миниган. Есть такое. Есть такое. Миниган. Это твой, блядь, дружочек. Мини-пистолетик. Абреган. Спасибо, блядь. До нас спустился, спасибо. Это тебе. Кстати, по поводу до нас спустился. Ватикан. Валентин, Валентин. Я бы не засчитал, блядь, Абреган. Ватикан? А подожди, так всем Абреган засчитал. Подожди, а вот, кстати, да. Абреган я засчитал. А давайте поднимем, коллектив, поднимем вопрос. Ты Я... Слышишь, ты пиздюк. Да, у всех, так, смотри, если у всех мое слово, это ли не плюс 3 балла? Коля, Коля, смотри, что ты сейчас делаешь, смотри, что ты сейчас делаешь. Ты себе минус балл. Ребят, ты сам себя закапываешь, Коля. А давайте все сотрем, что я пизданул, по синьке вляпнул, и играем, как играли. Играем, как играли. Я синий, меня не слушайте, я синий. Никаких, все же говорил, бред. Следующий. Мелистан. Это, ну, Мелистан, ну... Это я... очень маленький Свен, такой, Мелистан. Это эти миллениалы. Нет, Мелистан таблеточки, Мелистан уна. Итак, Лузан думает, что я вообще долбоеб. А там пожи, там еще написал еще раз Таджикистан. А не было Таджикистана до этого. А вот это, блядь, что такое? Таджикистан. Ну вот. Итак, Лузан, раз, два. Лузан даже не написал. Ну, много, блин, конечно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 11, 12. Сука, да, блядь! 13 рифм, наша кориюга, рэпер года. Ну давайте, давайте отметим. Он победил честно, но это были самые дешевые рифмы. Там просто соси хуй, блядь, Абреган, блядь, Абреган. А кому надо, у меня даже слова, блядь, ты как самолет. Ты фриту, там несколько слов. Я бы Коле отдал. Блядь, оскуяли! Чисто по рифмам и оборотам. О, мне не надо. Ты хочешь? Твой респект дороже бабок, братан. Твой респект дороже бабок. Это слово пацана тебе, чувак. Мне хватит. Я с тобой раздеребаню. Все, мне хватит. Вы на двоих скидываете по 500, да? Без проблем. Ну, может, можно больше, вы же понимаете. О, может и не надо. Надо, Коля. Коля, фон таблеточки 500. 1000 гривен с куста, это тоже хорошо. Давайте еще раз быстренько результаты. Вдруг кому интересно. Коля 9 баллов, Коля 11 баллов, Саня 10 баллов, Лузан 13 баллов. У меня 10. У тебя 9, у тебя там салам. Хорошо, дай ему, блядь, 10, пусть он успокоится. 10, хорошо. Нет, не дам, 9. Так я ж тогда проебал. Ты на меня кричал, Зырянов, говорил, училка пошла нахуй. Вот тебе и 9. На десятку не заслужил. Родители скейт не купят. Сай, что мы будем шлюху слушать? Раскинем. Раскинем, как и планировали, блядь. Итак, ребята, вы можете... У нас... Как мы это делаем? Как это происходит? Да пусть вы просто... можете... парни, я все честно сделаю. Киньте мне на монобанк, я... Не, ну реально сделай... Я куплю таблеточки. Не, реально скинь, скрин. Ребята, вот доказательство... Мне аж сюда амбре дошло от Коли. Прощение, Приватбанк кредиты, не заебуйте, я верну потом. Ребята, вот результаты отправленных денежек на благотворительность. Парни, теперь от меня огромная просьба. Передай, пожалуйста, каждый свой. О, вот сейчас, скорее, вы увидите, кто, блядь, дал говна. Это Андрюхе. Прочитайте одним треком вот это все. А то, что пересекается, пофиг, типа? Ну, просто подряд читать? Я хочу услышать ваш флоу. Подряд только этими словами. Готовы? Этими словами? Давайте, давайте ритм. Знаешь?
Какой-то бит. А, только в смысле, давайте, не добавляй слов, не добавляй историю. А, ты можешь добавить? Какой BPM? Какой BPM должен быть? Похлопай, BPM какой? 99. Любой. Ну, подождите. Еще раз, задача. Скажи, мы добавляем задача. Слова. Мы не добавляем чисто эти слова. Чисто слова. Мне главное, мне не важно. Коленька, я отдавай, я хочу рэп. Мне главное ваш флоу. Коленька! Йоу! 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 Давай! Братан, ты что ли уебан? Опа! Джеки Чан! А! Нет, ты просто Чан! Нихера себе! У тебя качан! Ты летишь как самолет! Ан! Эй, тёлочка, дашь таратан, потом пожуёшь баблгам! Ой, ты вообще брыган! 1, 2, 3, 2, 1! Ребят, мне кажется, или я сегодня и арбуз разъебал, и рэп сегодня. Давайте пошумим для всех наших участников! Громче! Прямо сейчас приз. Я не хочу этого делать. Но этот приз получает Андрей Лузан. Давай сюда его. Там, где собрано, туда и возвращается. Xiaomi, ребят, родное. Слушайте, ну, на самом деле, странно, что мы в своем шоу получаем подарки. И странно, что мы получаем пиздюлей от арбуза. Ну да, я согласен. Ну, реально, давайте фонд помощи рэпу отправим. На благотворительность. Чтобы он подчищал хуёвый рифм. А как поделить? Не знаю, я просто Сане хотел дать это. Хотя Коле нужнее, у тебя же есть один. Коле, да, конечно. Колян. Молодой. А, я думал, на благотворительность. Не, тебе. Ну, я считаю, что так. Спасибо. У нас есть сегодня старая школа и старая учительница в этой старой школе. Ты же не новая школа, ты же читаешь old school, правильно? Твой рэп это old school. Я хуй его знаю, если честно. Это new school? Больше не old school. Просто назовем это рэп. Просто рэп и рэп. Есть отсутствовал в school. И есть Синган Цу. Ну, допустим, это будет школа по его языку. Ребята, это был клуб дилетантов. Всем огромное спасибо. Смотрите нас. Поставьте лайки. Подписка. Нажимайте на подписку. Оставайтесь с нами. А мы вас будем дальше радовать новыми приколами. Увидимся. Пока.